Бей ее сильнее! Есть у тебя немного скумы, да? Дружище, товарищ, поделишься? Давай, давай скуму! Увидимся! Чего тебе удалось добиться? Будет ли Аня помогать нам? Нет, этот чертов инквизитор добрался до нее. Нам нужно найти кого-то еще. Немедленно займись этим. Я дала тебе задание и требую выполнения. Если ты не можешь выполнить его, тебя уберут. Все ясно.
Да, да, я хочу сил смерти не меньше твоего. Такую мерзость нельзя простить. Она должна умереть. Хорошо. В следующий раз я хочу услышать от тебя об успехе. И не привлекай внимания. Не то нами заинтересуется Инквизитор. Приветствую. А, это опять ты. Ничего, не попадался из вещей Мазад. Говорю же, я ничего не знаю. У вас нет никаких доказательств. Что? Я это для блага Крусибла. Ты же это видишь. Пожалуйста, пощади меня. Я все сделаю. Ты не знаешь. Она держит это в секрете даже от тебя. Она и Тайдон, они тайно встречаются. У них свои делишки, любовная связь. Ты меня понимаешь? Это недопустимо. Ее нужно остановить. Я никого не знаю, кроме Нильрин. Она получает от кого-то приказы, но не говорит от кого. Если я добуду эту информацию, заслужу ли я пощаду? Спасибо, спасибо. Твоя доброта не знает границ. Я добуду имена, обещаю. Давай встретимся у меня в доме завтра в полночь. У меня будет информация. Посматривай, не попадутся ли мои вещички. Договорились? Чего ты хочешь? Надеюсь, ради твоего же блага ты меня ни в чем не обвиняешь. Неужели? И у тебя есть доказательства? Их нет, не так ли? Тогда ты ничего от меня не добьешься. Спасибо. Да хранит тебя наш лорд. Чего ты хочешь? Надеюсь, ради твоего же блага. Неужели? И у тебя их нет? Спасибо. Да хранит тебя наш лорд. Когда ты разберешься с Брайтером? Я не становлюсь моложе, пока жду тебя. Поспеши и избавься, наконец, от него. Что?
Он пообещал, что никогда больше здесь не появится? Невероятно! Хотя заняло немало времени. Не знаю, как у тебя это получилось, но я благодарен. А под благодарностью я подразумеваю награду. Держи. До свидания. Салют, сэр рыцарь. Если это твой первый визит в Кунсткамеру, может быть, желаешь совершить экскурсию? Я хранитель Кунсткамеры, Уна Армина. Мы не встречались? Твое лицо кажется мне знакомым. Я всегда ищу новые экспонаты, так что если найдешь какую-нибудь диковину, вспомни обо мне. Тебе удалось найти что-нибудь для музея? Как чудесно! Кольцо, снимающее одежду с людей. Наверное, оно будет одним из моих самых популярных экспонатов. Желаешь совершить экскурсию по Кунсткамере? Замечательно! Следуй за мной, и я покажу мою небольшую коллекцию диковин. Посмотри внимательно, и ты увидишь маленький череп. Эти пигмеи жили на дрожащих островах, пока не были съедены гранитами. Бедные малыши. Настоящая диковинка. Рука одного из стражей. Этот страж был убит. Я уже и забыла, кем. Интересный экспонат в любом случае. А вот и красотулечка. Кольцо обезвоживания. Позволяет ходить по воде и дышать под водой в одно и то же время. Очень необычно, если задуматься. Здесь ты видишь? Здесь была какая-то диковинка, но теперь она куда-то пропала. Перейдем к следующему экспонату. Ты знаешь, я всегда подхожу сюда, думая, что здесь выставлен экспонат. Но это не так. Так глупо. Это место ждет свою диковинку. Если ты вдруг встретишь что-нибудь необычное, принеси сюда. И, может быть, твоя диковинка попадет на выставку. Могу поклясться... Я хранила какой-то экспонат на этой полке. Ну ладно, давай продолжим осмотр. Да, я собиралась сюда что-то положить, но не нашла для этого времени. Хотя я точно помню, что готовила экспонат для выставки. Что ж, здесь ничего нет? Странно. Я уверена, что вчера... О, моя память уже совсем не та, что была раньше. Пошли посмотрим еще что-нибудь. Не помнишь?
на прошлой неделе. Разве здесь не было экспоната? Ну ладно, похоже, я становлюсь совсем старой. Как видишь, здесь достаточно места для диковинок. Вспомни обо мне, когда найдешь что-нибудь интересное. Я думаю, что-то пропало с этой полки. Или память опять играет со мной? Ладно, продолжим осмотр. Добро пожаловать в Да? Не трать свои драгоценные яды на обешкуренных гончих. Им, похоже, они даже нравятся. Что? Чем могу служить? Чего ты хочешь? У вас нет доказательств. Меня нельзя ни в чем обвинить. И что ты с ним будешь делать? Я даже не та, кто тебе нужен. За всем этим стоит Мьюрин. Но тебе понадобятся серьезные улики, чтобы прижать ее к стенке. Тебе уже известно все о моем участии в этом. Больше мне нечего сказать. Да хранит тебя наш лорд. Да. Привет.
Привет! Я только что славно поболтала с дядюшкой Лео. Он сегодня неважно себя чувствует. Потерял руку. Вижу, тебе пришлось изрядно потрудиться, чтобы меня выследить. Да, за этим стою я. Сил заслуживает самой страшной смерти за то, что предала всех нас и спелась с нашими врагами. Давай, делай свое дело. Ничто теперь не имеет значения. Тебе удалось получить то, что нужно? Не пора ли теперь побежать и пошептать на ушко, как и положено хорошему слуге? До свидания. Приветствую. Какие новости, инквизитор? Тебе удалось найти виновника? Вот как? Я немедленно брошу ее в камеру пыток. Встретимся там. Как я понимаю, ты созналась, что замышляла убить меня. Наказание за предательство — смертная казнь. Приговор будет приведен в исполнение немедленно. Теперь ты видишь, что происходит с теми, кто противостоит мне и терпит неудачу. Они всегда терпят неудачу. Я довольна твоей работой, инквизитор. В знак признательности я сохраню тебе жизнь и предоставлю место при дворе деменции. Вдобавок возьми этот лук. Пусть трепещут твои враги. Они не будут знать, какая магия сразит их в следующий момент. Еще увидимся.
всегда рад. Так-так, изучены обе стороны безумия. Великолепно, задания выполнены полностью. Голова трещит по швам. Теперь к сути твоих усилий, к краеугольному камню, причине, по которой ты здесь находишься и, возможно, погибнешь. Тебе надлежит остановить серый марш, изменить течение событий, прорвать круг. Ложка дегтя в бочке с медом. Нечто, что может привести к иному результату. Мы планируем изменить ход событий. Нет, события будут другими на сей раз. Ты будешь моим защитником. Ты обретешь силу. Ты станешь мной, принцем безумия, новым Шагаратом, или умрешь, пытаясь. Это мне в тебе и нравится. Хороший вопрос. На самом деле, никак. По крайней мере, я так думаю. Но у тебя будет сила. Моя сила. Постарайся не растерять ее. Жалко будет. Но в практическом смысле ты будешь мной. Мной, чтобы бороться с ним. С того момента, как меня тут не будет. Это просто, если об этом не думать. Потому что ты на вид подходишь. И потому что у тебя пока все получалось. А если не сможешь, я проглочу твою душу и выплюну ее в бездонный горшок безвременья. Но на самом деле, потому что я вежливо попросил. Не здесь. Разве я не сказал? Меня никогда здесь не бывает, когда приходит Джиггалак. Это одно из правил. Я и так сказал тебе слишком много. Нечего слушать мою болтовню. Она не для смертных умов. Поговорим позже. Теперь ты видишь, как ярко горит великий факел, озаряя Нью-Шиот? Нет? Потому что он не горит. Должен, но не горит. Вот ты займись этим. Ты отправишься в Сайларн и принесешь пламя Агнона, дабы разжечь факел вновь. Да, и аккуратнее с моими подручными в Сайларне. В своем бесконечном желании угодить мне, они вечно борются за Сайларн. Это может утомлять, но на самом деле это изумительно, изумительно утомительно. Ладно, теперь это твоя проблема. Иди, и чтоб я тебя не видел, пока великий факел не загорится. Мне бы не хотелось причинять тебе боль сильную. Да, и не забудь о нашем любезном Хаскеле. Между нами, если его не вызывают 3-4 раза в день, он чувствует себя позабытым. Да, приходи еще, или я выбью тебе глаз.
Стой! Смертным не позволено входить в священные пределы Сайларна. Прошу прощения, лорд. Вот ключ, и с ним свободный проход по святилищу пламени Агнона. Увы, мы не можем зажечь пламя, пока не отобьем алтарь отчаяния у мерзких Маскин. Аурмазл Каны хочет переговорить с тобой. Пройди через эти ворота в наш главный лагерь близ алтаря наслаждения. Разведчики доложили, что Маскин в Андердипе нет. У нас отличный шанс захватить их врасплох. Слишком рискованно. Это наверняка ловушка. Там они могли бы разорвать нас на клочки, если бы узнали, что мы выбрали тот путь. При всем уважении, Аурмазл, прошу вас передумать. Главный проход хорошо охраняется. Если бы мне было дозволено провести дальнейшую разведку... Довольно. Я приняла решение. Мы будем штурмовать главный проход, как запланировано. Маскин не выстоит против нас. Да пребудет с тобой благословение, Шеугарата. Привет тебе! Ты здесь, чтобы помочь нам изгнать Маскин из Сайларна? Коварный народ! Темные соблазнители пользуются дурной репутацией. Любые их действия пятнают святое имя Шеугарата. Она командует Аурил здесь, в Сайларне. Она как раз прибыла из Бреллока вместе с подкреплениями, дабы раз и навсегда разрешить эту тупиковую ситуацию. Так мы себя называем. Самые преданные и благородные слуги Шеугарата. Наш дом и святилище здесь, на дрожащих островах. Мои разведчики недавно обнаружили другой путь к алтарю отчаяния. Аурмазл Кане хочет штурмовать главный проход, но именно там Маскин нас ждут. Они сосредоточили в главном проходе основные силы. Если мы двинемся через Андердип, то сможем застать их врасплох. Если бы только Кана меня послушала, штурм главного прохода окончится, как всегда, славным поражением. Она думает, что Андердип — ловушка. Верно, если бы Маскин знали, что мы пойдем тем путем, у нас не было бы шансов. Но я убежден, Маскин не думают, что мы изберем тот путь. Если мы атакуем всеми силами, то сможем захватить алтарь отчаяния прежде, чем они сообразят, что происходит. Если бы только я мог убедить Кане. Иди. Здесь нет места смертным. Мы собираемся вступить в бой с Маскин. Тебе лучше держаться в стороне. Прошу прощения, эмиссар. К твоим услугам. Мы готовимся вымести этих гнусных Маскин из Сайларна. Возможно, Шеогарат послал тебя, чтобы помочь нам. Слава Шеогарату! Алтарь наслаждения будет нашим. В чем дело, эмиссар? Дополнение алтаря отчаяния. Наслаждение сейчас в руках Аурил. Они светятся самодовольством, но это скоро закончится. Наши соперники, так называемые золотые святые, однажды Шеогарат осознает, что они вздорные и глупые, и выгонит их из царства. Ты знаешь нас как темных соблазнителей. Это имя дали нам наши враги. Но сами мы называем себя Маскин. Мы единственные истинно верные слуги Шеогарата. Да хранит тебя наш лорд.